саженцы абрикоса обыкновенного эдельвейс – отличное приобретение для тех, кто живет в климате, не предполагающем выращивание южных плодовых деревьев. Этот сорт отлично подходит для средней полосы России, относится к ряду зимостойких, переносит резкие температурные перепады. Относительно компактное дерево, до 3 метров в высоту, порадует желтыми румяными фруктами с оригинальным носиком. Вес плода достигает 25 граммов. Мякоть абрикоса чуть хрящеватая, обладает узнаваемым ароматом и насыщенным вкусом. Косточка легко отделяется, а сам плод отличается долгим сроком хранения. Абрикос обыкновенный эдельвейс – это многолетнее растение. Абрикос прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Абрикос обыкновенный эдельвейс имеет средний срок созревания. Цвет плода желтый. Вкус сладкий. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.